Здравствуйте, приветствую вас на этом канале. Недавно выложил ролик по устройству лифта для самодельного фрезерного стола. Но в соцсетях мне пишут, что не совсем все понятно, как устроено, как работает. Сейчас разберу, попытаюсь наглядно показать, объяснить принцип работы и устройство самого лифта. Также будет чертеж. Я думаю, в процессе все будет понятно. В принципе, вот это и весь лифт. Здесь шпилька, приварен болт под шестигранник, шайба, опорный подшипник, я купил в веломагазине, еще одна шайба, но обточена под квадрат, это профиль 30-ка, распилен и приварены ушки, получилось вот так, для крепления к самой площадке, на которой крепится и фрезер. Здесь зацеп для фрезера. Здесь, по идее, должна быть длинная гайка. Но у меня не было. Я сварил две гаечки. Приварил переходник. Приварил еще один болт. Он заходит у нас в зацеп. Там, где была линейка фрезера. Вот эта гайка заходит в зацеп. Здесь располагалась линейка, фиксирующая глубину фрезера. Вот эта линеечка. Видите, она спокойно сюда вставляется. Здесь болт барашкового типа. Он также лежит отдельно там. Все сохранено. Вот эта часть, это для фиксации самого лифта на фрезер. Оно просто фиксирует лифт, чтобы не было люфта. Сам подшипник меньшего износа деталей. Сам лифт. Чертеж к нему. Чертеж обязательно вставлю. Я думаю, не возникнет сложности сделать скриншот, если кому понадобится. Еще раз оговорюсь, что лифт сделан именно под этот фрезер, потому что у каждого фрезера свои особенности, расположение деталей, чего-то нет, что-то где-то прикручено не там. Это именно под интерсколовский фрезер. Сейчас небольшой блок по сборке лифта, установке его на площадку, на фрезер. Thank you.
ваших комментариев, вопросов. Обязательно подписывайтесь на канал. Постараюсь рассказать много интересного.